Народ, всем привет! Xiaomi 13 Ultra залетает ко мне. Вот такая ловкая. Я сразу хватаюсь за язычок, как я это обычно делаю. Вот таким вот, хотел сказать, ловким движением снимаю вот эту вот пленку. Ставлю сюда красивое. Но, на самом деле, телефон это очень богато, очень круто. Здесь все понятно. Но это фото мега флагман. Поэтому вторым темпом ко мне залетает что? Правильно, вот такая вот штука, где так и написано. Xiaomi 13 Ultra 6, что-то еще. Непонятно. Поэтому я достаю свой iPhone, навожу специальное приложение, сканирую, и что я получаю? Ну все понятно, здесь написано «Комплект для профессионального фотографа». Это я. Как вы помните, действующий свадебный фотограф Вилсаком к вашим услугам. Поэтому мы сейчас распакуем, пофоткаем и поймем, так ли это круто и великолепно, как нам рассказывали ребята со сцены. В принципе, уже есть видосики в интернете, действительно занятно. Вот эта коллаборация с Leica не проходит даром, а это значит, что ребята рвутся куда-то вообще в нездоровый. Абсолютно высоты, потому что сейчас все узнаете. Заварить что-нибудь вкусненького, поесть, попить. Поехали. В этом видео Xiaomi как бы присовокупляет себя к наследию Leica, к вот этим камерам знаменитым и очень известным, вот этим округлым формам и кожи, и металла, и всем этим приятным вещам. И на самом деле коллаборация с Leica действительно очень-очень большое дело, потому что кроме известного бренда речь идет о соединении инженерных и производственных мощностей, а значит, это должно давать свои плоды. Но вот сейчас и узнаем. Co-engineered with Leica. Так и написано. Телефон где-то прилетел вот этим углом. И мы, кстати, как обычно, говорим спасибо ребятам из BigGeek.ru за то, что нам помогли добыть все эти радости. Лучший магазин в галактике, господи. Поэтому, если хотите купить что-то приятное, то это, конечно же, к ребятам, как обычно. Коробка увесистая, коробка большая. Видно, что это действительно проект ультра. И можно говорить о том, что, ну, видите, Samsung в свое время начал, а все подхватили уже. Тут ультра, там ультра, даже слушай. Слухи о том, что iPhone тоже выйдет в формате ультра, уже этой осенью пока не утихают. Хотя я в это, честно говоря, не особо верю. Значит, здесь у нас из интересного, давайте сразу смотреть, сам телефон. Обратите внимание, что, кстати, в отличие от многих других брендов, Xiaomi в данном случае не стал ничего типа писать вот здесь вот на пленочке, типа как они обычно любят это делать, процессор, то, все. Нет, это ультра-смартфон, здесь ничего писать не надо, ты просто посмотри на этот блок камер, да, сразу смотришь и понимаешь, что уважаемые люди делали охреневший продукт. Тут столько приколдесов, тут, например, вот эта вот искусственная, понятное дело, кожа под старые камеры Leica. А как вы знаете, я старый Leica фанат, каких только камер у меня не было. Не, ну выглядит да, выглядит да. Ты посмотри, как она выглядит под люка. Чтобы у тебя вот эти все вайбы были, вот эти хваты, все вот эти линии. Невозможно на это смотреть с ровным пульсом, но это тот случай, когда телефон, конечно, здорово, но комплект нас также волнует. 90-ваттная зарядка. Странно, что, кстати, всего 90 ватт могли бы и побольше положить, благо и у самой Xiaomi такие технологии есть. Понятное дело, вот такой вот проводочек. Непонятно, почему все это белое. Если мы говорим про ультра, хочется, чтобы это было какого-то прямо ядреного вообще цвета, чтобы это как-то выделялось и, понимаешь, ощущалось. Здесь этого, к сожалению, нету, но тем не менее положили в комплект уже хорошо. В очередной раз бросаем камень в огород ребят из Купертино, которые к своим супердорогим телефонам кладут примерно ничего. Дальше у нас с вами макулатурка раз. Здесь рассказ о том, как ты можешь стать уважаемым фотографом даже с QR-кодом 2. Собственно, чехольчик. А отличие от обычных решений, здесь он чуть более замороченный и... Это что, это резина, наверное, но, видите, он такой тоже со специальной текстурой для того, чтобы ощущалось, что это как будто та бы камера. Но это все нищий вариант, понимаешь, это для тех, у кого нету за душой ничего. Потому что ребята при бабле, типа меня, берут комплект фотографа для профессионала. Не все знают, но кроме того, что я свадебный фотограф, я еще и действующий спортивный фотограф. Бегаю за, собственно, марафонцами, снимаю, как они выступают. Поэтому, если что, вдруг меня увидите, не удивляйтесь. Это я еду на велике. Ха-ха-ха. На самом...
блядь, в Пеку еду. Куда ты едешь, мразь? Собственно, для вскрытия этих пломб у меня есть вот такой вот девайс. Ловкий. Делаем два уважаемых надреза, чтобы все произошло, как мы любим. И вот что здесь лежит, я хрен знает. При этом, конечно, ребята из Xiaomi, ребята ловкие. У них, кроме вот этих комплектов, которые поехали, соответственно, продаваться, насколько я понимаю, есть еще комплекты для блогеров, которые выдавались в каких-то вообще гигантских карабасах. Китайские ребята все это тоже уже, конечно же, распаковали. А вы должны понимать, что мы как бы здесь не спешим, мы аккуратно движемся, но вот я считаю, что брать смартфон ультра без вот этих радостей, смысл никакого нет. Причем, обратите внимание, пока, конечно же, о глобал-версии речь не идет. Все китайское, все супер на китайском. Без шансов вообще. Ну, надо читать, что здесь написано. Снова достаем iPhone. 此时此地此情此刻拿起专业辨析的Xiaomi10三Ultra搭配专业摄影套装寻找那些让你屏住呼吸的忘情一刻按下快门每张照片都将成为一首视觉之诗现在开启你的影像之旅吧。 Ну все понятно, да? Едем дальше. Значит, в коробке. Ну, конечно, я вам переведу. Шум города, мерцание неоновых огней, туда и обратно в спешке. Подберите профессиональный портативный Xiaomi 13 Ultra с профессиональным фотонабором, найдите моменты экстаза, от которых захватывает дух. Нажать затвор. Каждая фотография станет визуальной поэмой, а теперь начните свое видеопутешествие. Что-то непонятно, то ли фото, то ли видео, но вообще, на самом деле, конечно, речь идет в большей степени про фото, потому что, в принципе, компания Leica славится чем? Правильно, своими фотографиями. Смотрите, здесь уже совсем другого уровня у нас чехольчик, понимаешь, это уже другая история. Здесь у нас вот такая ручечка идет, понимаешь, ручечка с режимом переключения с зумчиком, который также надевается на наш телефончик. Все это вообще охренительно сделано, здесь есть вот такая защелочка, которая фиксирует это на самом устройстве. Все это делается с помощью вот этих вот историй. Тут одно в другое заезжает, вообще что происходит. У нас с вами есть ремешочек на руку, вот этот вот приятный, чтобы как настоящий фотограф себя ощущал, если что, чтобы камера не улетела. Это убираем. У нас с вами есть вот такое замечательное кольцо крепления крышечки. Все эти вот радости, чтобы вы, соответственно, могли закрыть свой объективчик, и это еще больше напоминало камеру. Вот такие радости лежат у меня здесь. А тут у нас специальная коробочка маленькая. С чем? Правильно, ни с чем. Тут просто макулатурка, извини, подвинься. Если я ничего не путаю, то бывают еще то ли поляризационные фильтры, то еще какие-то штуки. В данном случае нам этого не завезли, но я так понимаю, что возможно, это можно установить впоследствии на эту резьбу. Благо, видишь, она у нас стандартная и позволяет такие вещи реализовывать. То есть, мы реально попадаем в мир практически профессиональных фотокамер. Больше ничего в коробке нету. Таким образом, набор настоящего уважаемого фотографа выглядит следующим образом. И вот теперь, когда все происходит, я готов это собрать и идти фотографировать. Как обычно, инструкцию не читай, делай все сам. Значит, вот это мы защелкиваем таким вот образом. Теперь оно держится как единое целое. Теперь мы это надеваем на наш телефон. Мы это так не делаем, потому что тогда оно не наденется ни хрена. Теперь понятно, почему так было сделано изначально. Тут должен быть гэп и, так сказать, код какой-то. Упаковываем нашу историю сюда. Таким вот образом. Обратите внимание, что здесь, видите, Xiaomi написано. Что все входит вообще как влитой. Теперь надеваем раз. Вот это защелкиваем два. И вот, вот она, понимаешь, вот она величие и радость. Хват бомбезный. Кроме шутки, я сейчас не иронизирую. Кнопочка фотографирования сверху с переключением режимов, зумов и так далее. Охренительно. Вот теперь становится прям действительно здорово. Фотографируешь как положено. Значит, дальше мы прикручиваем вот эту красоту. Как? А, как у настоящей камеры, тут надо точки соединять, ты понял вообще? Вот так это в итоге выглядит, уже устрашающе, и не скажешь, да, что это телефон вот в таком виде. Но при этом, смотрите, у нас есть полярик на 82 миллиметра, именно поэтому мы применили такую сложную конструкцию с чехлами. И теперь я могу взять вот эту радость, прикрутить ее сюда. Ха-ха.
мобилу берешь и фотографируешь. Но это уже вообще не похоже. Но самый кайф, знаете в чем? Самый кайф в том, что ты дергаешь вот здесь, вот это снимаешь, вот это снимаешь. Ты же это снимаешь? Блин, хотел быстро показать, не получается. Жень, смонтируй потом, как будто я быстро сделал. Во! И у тебя эта конструкция, она живет сама по себе. А это, если что, телефон. Захотелось стать снова профессиональным фотографом. Обратно все снова быстро происходит. Надеваешь, защелкнул, и ты снова уважаемый в особых кругах. Ну что ж, пошли снимать. Дайте мне пару-тройку дней. Я к вам вернусь через мгновение. Сам я попользуюсь и Xiaomi 13 Ultra, и пофотографирую на вот эту красоту. Ну, а потом расскажу вам, что это за телефон вообще. Для вас мгновение, для меня несколько дней опыта эксплуатации. Ну что ж, народ, поснимал я немножко на Xiaomi 13 Ultra и пригорюнился. Почему? Сейчас объясню. Смотрите, я не просто так здесь разложил свою коллекцию всякой фигни. Дело в том, что тема с камерафонами, а на самом деле слоган вот этого устройства звучит, что это не телефон с камерой, а камерафон. This is a camera phone, not a phone with a camera. При этом это старый устоявшийся термин, кого Xiaomi пытался обмануть, непонятно. Это уже дела давно минувших дней. Вот вам пример. Вот это один последний из магикан, понимаешь, что это? Это Galaxy S4 Zoom 2013 год, понимаешь? Тогда казалось, что вот так вот вообще все будут делать. Прикинь, у тебя Android-смартфон, и при этом у тебя еще тут ни хрена себе зумчики всякие радостные, приятные. Вау! Провалился с треском, нахрен никому не нужен. Дальше Sony прискакала и говорит, смотри, как умею. Вот это вот крепится на смартфон, понимаешь? Я могу сделать из вот этой нубии сейчас вообще монстра фотографического искусства. Вот так вот берешь, по Wi-Fi все это подключаешь и фоткаешь. Охренеть, да не то слово. Тут тебе и зумчик, и Sony Lens G, и Exmor Air сенсор звучало просто разрыв всего. На выходе хреновый маленький сенсор, очень все такое себе, девайс не снискал не то что популярности нишевой, вообще провалился еще ниже плинтуса, и эта тема была закрыта, забыта нахрен. И казалось бы, ну, смартфон поигрались со всеми этими штуками, компании поняли, что так не работает, и на долгие годы мы с вами ушли в мир вот этих вот, знаешь, аккуратненьких камерулечек, дальше их стало больше, они стали увеличиваться в сенсорах, и тут пришли ребята, лейтсфон вот такой один берешь, и смотрите, здесь тоже ко-брендинг с Leica, при этом здесь ребята заморочились, тут тебе и красный кружочек, и на крышечке написано Leica, и дюймовый сенсор, это вообще один из первых смартфонов новой волны с дюймовым сенсором, который весь из себя хорош, если бы не сломался. И казалось бы, вот она, пошла новая волна, вот стало хорошо, потому что вот тебе пример тоже из свежих, и это ZTE Nubia Z50 Ultra. Пока, походу, на глобальный рынок она не будет выпускаться, и мы пишем про нее статейку, кстати, на vilsa.com сможете прочитать. Ребята говорят, что это один из лучших камерафонов вообще этого поколения, потому что здесь нормальные фокусные расстояния, объясняю. Когда вы видите в смартфоне вот это 0,5, 1, 2, это вообще хрен пойми, что это такое. Понятное дело, что большинству пользователей нужно тупо объяснить. Чувак, смотри, вот это 1, вот так 0,5, вот так 2, вот так 5. И, короче, чем больше зум, тем больше X чего-то там. А к чему это все относится? При этом здесь тебе говорят, смотри, 1 inch тоже как бы. То есть серьезные ребята говорят 1 inch. Но при этом в Xiaomi они также используют тупейшее обозначение вот это 0,5,1. При этом ребята в Nubia заморочились. Они говорят тебе, смотри. 14 мм, 35 мм, 50 мм, 75 мм. Мне, как фотографу, профессионалу, это понятно. Я понимаю, что 35 мм это хорошо. Знаете, где было 35 мм фокусное расстояние? У первого айфона. Почему он так снимал приятно? Потому что не было постобработки, это ужасно. Большинство, кстати, людей сходится во мнении, что вот эти нейрофильтры и прочие улучшайзеры, это, конечно, здорово, но что-то перегибают ребята с ними, значит, в последнее время, и хочется уже вот этой простой, понятной фотографии. И второе, все почему-то решили, что надо шире. Надо шире. И было 35, потом что-то 28,
сейчас все упали в 24. 24 для стандартной камеры очень широко, ребята, очень, так не снимает никто, понимаешь, 24 это, ну, слишком широко. Поэтому дайте нам снова вот эти приятные 35, как сделали ребята из Нуби, и сразу фотки получали, приятные, классные, нравится. Здесь же, к сожалению, такого счастья не произошло, несмотря на то, что ребята с Лейкой поработали, и это видно не только по настройке цветов фильтров, но и по тюнингу камеры вообще. Но мне кажется, что снова мы с вами куда-то буксуем не в ту сторону. Можно вообще буксовать не в ту сторону? Это такой сложный прикол. В общем, это хорошая мобила, давайте сразу. И обратите внимание, я даже вам не рассказываю, какой здесь процессор, что тут с батарейкой, потому что я не представляю, я не вижу ни одного человека вменяемого, который такой: «Не, ну батарейка слабенькая, я брать не буду». Это уникальное решение на рынке, которым, в принципе, аналогов практически нету, да? Все вот эти ультрафлагманы, фотоприколы, это для энтузиастов и для людей, которые выбирают не умом, не сердцем, а вообще каким-то третьим органом, глазами, например. И это про другие абсолютные истории, поэтому здесь вообще по барабану, сколько там памяти, типа, а как, а сколько? Да п***ер, абсолютно, это не про процессор и память, это вообще про другое. Тарики-та-та. И ты вот берешь вот этот смартфон, на котором на крышке, кстати, не написано, видишь, ничего. Это очень грустно, потому что в Лейтсфоне было, а здесь только вот непосредственно на камере Лейка. Вообще, как вы понимаете, ребята из Лейки, они достаточно падкие на вот этот гнусный доллар, потому что ток-шарпы забежали, сказали, давай Лейтсфон сделаем. То с Huawei долгое время дружили, сейчас вот, соответственно, теперь к Xiaomi прибежали. В целом в этом, конечно, нет ничего плохого, тем же занимаются и Carl Zeiss, например. Кому не лень, пожалуйста, оптику нашу в Welcome ставим. Но здесь как будто бы они прямо от души стараются. То ли Xiaomi их прессует, то ли еще что-то, потому что они, ну, прям изобретают, понимаешь, вот эти все штуки. И, насколько я помню, Huawei таким не баловался. У них просто были вот, они такие, RYYB сенсор, хочешь? На. И ты такой, нет, они такой, на. Но прикол-то в том, что не так давно они показывали Xiaomi 12S Ultra Concept, и вот это была бомба. Это то, что я хочу от подобного телефона. Когда мне говорят про ультра, охренеть, какой фототелефон, я хочу, чтобы у него была сменная оптика. Да, звучит абсолютно бестолково. Да, по большому счету это никому не надо. Это-то на самом деле никому не надо. А та история, это про совсем энтузиастов. Но это прикольно. У тебя есть пара камер, типа ультраширики и прочее. А дальше у тебя есть тот самый дюймовый сенсор посередине, куда ты накручиваешь 35-миллиметровый объектив. Да, с учетом кроп-фактора ты получаешь там 95 с хреном, но за счет того, что это полноценный честный объектив, ты кайфуешь. У тебя мануальный, понимаешь, фокус. Это же классно. Здесь этого вайба нет. Здесь просто тебе дают 4 камеры. Да, кайфовые. Все 50 мегапикселей. Здесь у нас самый крутой сенсор, конечно же, 989 IMX, вот этот вот Sony. Три других сенсора, это IMX858. Это очень круто, что три других сенсора, а, соответственно, ультраширик, зум и прямо этот вот перископ зум, это одинаковые сенсоры. Какая-то более-менее вменяемая понятная картинка, да, у тебя нет прыжка, что тут у тебя 12, там 108, тут вообще 0,5, там хрен пойми чего. Я вообще считаю, что все сенсоры должны быть одинаковые на всех камерах, тогда будет вообще восторг. Потому что я, как фотограф, хочу понимать, какое качество картинки я получу. Потому что, ну, вы без меня знаете, что разные объективы дают на одном и том же сенсоре разные, соответственно, картинки. И это очень сложно для постобработки. А мы говорим все-таки про фотографирование. Тебе, блин, дополнительную ручку сделали. Это типа про фотографирование злое. Кстати, давайте о ней пару слов. Во-первых, она Bluetooth. Она подключается исключительно по Bluetooth, и когда ты ее подсоединяешь, у тебя прикольная инфографика, говорящая о том, что все, во-первых, сконнектилось, а во-вторых, какой заряд. И проблема в том, что у нее собственная батарейка с отдельным USB-C портом. Что-то с индикацией пошло не так. Например, в самый важный момент, когда я взял этот телефон пофоткать, эта бня разрядилась. И я такой, да ядрить тебя колотить. С другой стороны, ей много не надо. На 3 минутки подоткнул, она зарядилась и хорошо. Ее кайф блютусности в том, что ты можешь фотографировать на выносе, понимаешь? То есть ты стоишь, ручку поднял, и, соответственно, тебе не надо никуда тянуть. Если тебе нужно сделать какую-то сложную фотографию, ты вот этой штукой можешь просто как внешним прикольным пультом пользоваться и все снимать. Это здорово. Больше у нее никаких дополнительных опций нет, это грустно. Здесь бы можно было сделать вот такую дырочку. Вот дырочку Sony сделала. Почему? Потому что Sony знает, как вообще фотограф любит штатив. Для штатив для фотографа это практически как монопод, понимаешь? Ну, объективно, ты такой продаешь мне за 800 юаней фотоаксессуар
для профессионального фотографа. Как я должен эту мразь на штатив поставить? Объясни мне. Объясни мне. Расскажи. Давай, попробуй. В чем профессиональность-то? В том, что я могу вот так вот зумчиком делать, а я не могу включить 4К60 видеозапись и зумчик делать. Знаешь почему? Потому что пошел ты нахуй. Говорит мне Xiaomi. А вот я хочу снимать фронталочку 4К, а мне тоже говорят, это же ультра-смартфон, 1080p60 твой предел. И вот в этом все. Это очень крутая фотоистория. Местами восторг. У тебя на основном сенсоре, вот здесь, вот понимаешь, диафрагма переключается между 1.9 и 4.0. И ты такой, ууу! И видно разницу. Вот посмотрите, видно разницу. Вот 4.0. Фон, конечно, размазан, потому что дюймовый сенсор. Тут физика подключается, потому что огромный сенсор. Все крип как положено. 1.9 включил, еще больше размыло. Бакешечка вкусная, нравится. Понятное дело, что есть софт-портрет вот этот мерзотный. Отвратительный. Я вообще считаю, что от софт-портрета надо, ребята, уходить. Да, он, конечно, по краю с помощью нейросеточек обрезает хорошо, но это так ебано фальшиво выглядит. Меня что-то в последнее время... Я не фотографирую в портрете никогда. И вам советую делать так же, потому что это мрак, это ужас, это фальшиво, это хуже, чем безалкогольное пиво. Маркетинговый булшит, подлюка, преследует нас на всех фронтах, к сожалению. Это очень грустно, потому что, ну, если ты делаешь ультимативную фото телефонькин, ну, сделай ты как надо, это не годится, понимаешь? Ну, не годится. Местами действительно очень круто. Фоточасть вопросов вообще не вызывает. Видео, мрак, ужас, кошмар. Я вам даже... Это настолько плохо, ребята, что когда я увидел видеопример, я не спал потом две ночи. Я думаю, типа, почему так плохо выгляжу постоянно? Я смотрю видео с Xiaomi 13 Ultra и плохо выгляжу, плохо сплю. Но это реально, это отвратительно. Это... Ну, как вам объяснить? Но есть вот... А это видео с Xiaomi 13 Ultra. Ну, то есть, это ужасно. По цветам, по битрейту, по контрасту, все плохо. Только оптическая стабилизация, окей. Ну, сегодня, я не знаю, сегодня любой, просто к любому подходишь, у него нормальная оптическая стабилизация, в этом вопросов нет. Чего тебя не устраивает? Ну, он выпадает, то есть, непонятно, как его фиксировать. И вы должны понять мой негативный спич только тем фактом, что я очень надеялся, что это будет что-то новое в фото-видео части по средствам смартфона. А по факту мне продали, ну, просто игрушку с приколами. Это история про казаться, а не быть. Вот эти все замечательные фигнюшки, это все очень здорово, но это абсолютно не помогает тебе снимать. И по факту ты убираешь вот эти все аксессуары бестолковые, нахрен не нужные. Вот это кольцо мудовое абсолютно. Знаете что? Я снимал фотографию вот эту, где я еду в машине, такой ультрашириком бахнул. И у меня вот это кольцо, оно что сделало? Оно вот так вот как-то сдриснуло отсюда. Вот оно, видимо, не до конца было закручено, и оно просто отвалилось мне прям под педаль. Ну как можно-то? Она на самом деле действительно на соплюхах держится, понимаешь? Ничего особенного. Ну то есть крышечка какая-то невменяемая. Сделайте ее хотя бы на веревочке. Ну типа это несложно. Сделайте, чтобы она такая чуньки висела. Прикольно, фотографично, да, все, класс. Насыпали какой-то херни на выходе. Я опечален. Значит, смотрите, что касается цены. Разбег от 6000 юаней до 7300, в зависимости от памяти, максимально терабайт, уважаемо. И, конечно, это дорого даже для Китая, и понятное дело, что пока доступна только китайская версия. Global обещается, должна выйти, и это очень здорово. На самом деле, круто, что Xiaomi вообще все вот по уму делает. Цена будет, наверное, 1500 евро, потому что ниже там есть 13 Pro, который стоит там 1300. Соответственно, это не дешевый смартфон, это даже недоступный смартфон, это high-level люкс. И тут все говорит об этом. И материалы, и дизайн, и вот этот прикол с подъемом непосредственно на крышке. Огромный блок камер. Да, он весьма толстый. Да, он тяжелый. Да, это такой лапоть. Но это ультра-смартфон для реально ценителей и людей, которые хотят его, я не знаю, в коллекцию, понимают, зачем он нужен для фотографирования. И несмотря на все мои вот эти разговоры о том, что я немножко разочарован, ну, слушайте, это один из лучших фото-смартфонов прямо здесь и сейчас. Не без вопросов. Кое-какие проблемы с софтом. Я думаю, что это все оптимизируют, докрутят, довертят, но уже хорошо. Местами не очень логичное меню, но это тоже все решаемо и так далее. Он здесь и сейчас фотографирует охренительно. Да, у тебя есть дюймовый... Блин, даже дюймовый сенсор не дюймовый. Видиконовский дюйм вот этот вот, который меньше дюйма, так тут еще меньше. Понимаешь, нас постоянно пытаются зачем-то обмануть, непонятно. Написали бы здесь почти инч.
Так тут не написано, это только на чехле. Ну ладно. Ладно, прощаю. Собственно, давайте быстренько взглянем на фотографии, потому что ради этого многие и приходили. Слушайте, мне нравится. Я не знаю, как это объяснить, в чем эта магия. Может быть, действительно то, что благодаря Leica здесь не так много всевозможных этих фильтров мудовых, которые заколебали нас за последнее время. Мне нравится, что ты можешь выбрать пару пресетов, да, то есть у тебя есть Leica Authentic, вот этот прикольно. Мне нравится, такая контрастная картинка, не такая цветная. Есть Vibrant, соответственно, более живые цвета, кому что больше. Мне просто кажется, что когда вот это Authentic используешь, как будто уже немножко, знаешь, постобработки на кинули не нейросетевого шарпина этого мудацкого, а именно с цветами поработали. И это колоссальная разница. И ты фоткаешь такой, вот-вот, как будто сразу видно профессионал, понимаешь, снимает. Вообще, чем отличается фотография профессионала от непрофессионала? Да? Вообще, кто такой профессиональный, мать его, фотограф? Давайте разберемся вообще в терминологии. Профессиональный фотограф — это тот, кто зарабатывает деньги, фотографируя на камеру. Если вы за свои фотографии, снятые на iPhone 7, получаете деньги, вы профессиональный фотограф. Если вы покупаете Xiaomi 13 Ultra, фоткаете и отправляете друзьям в WhatsApp, вы долб***б. Ну, то есть, чтобы вы понимали, как бы, разницу в градиентах. Поэтому, с точки зрения профессионализма, это все вообще вилами по воде. Но, когда мы говорим о хорошей, выглядящей фотографии, вот прикольной, она отличается от любительской только тем, что над ней подумали в момент съемки, как поставить угол, потому что вы охренеете, как очень, как много значит от того, с какого конкретно угла вы снимаете. И фотографирование — это что? Это рисование, мать его, светом. Понимаешь, свет и тень, и вот эти все вещи образуют ту самую картинку, с которой вы кайфуете. И потом постобработка за счет всевозможных, ну, если не фильтров, то тюнинга в соответствующем софте. Так вот, этот смартфон с Leica пресетом нравится мне тем, что он сразу как будто за тебя делает половину работы. Да, он такой, смотри, вот цвета покрутил, тут мне красиво сделал. Все, и ты нравится, все. И ты можешь девчонкам скидывать фотки, они будут кайфовать, потому что они выглядят чуть более профессионально лучше, чем то, что, соответственно, делает Васян на iPhone 7. Ультраширик очень нравится, 50 мегапикселей. Пикселей, хороший сенсор, нет мыльности по краям, высокая детализация, действительно кайфово. При этом, конечно же, бывают пробелы с автоэкспозицией, понятное дело, и в темноте уже видны артефакты, но, опять же, у кого этого нет. Ты видео снимал? Основная камера, тот самый дюйм с изменяемой диафрагмой, очень нравится, восторг, реально одно из лучших решений на рынке, топовый сенсор Sony, как бы было еще иначе. Что касается двукратного увеличения, здесь мы имеем кроп по матрице, соответственно, это не настоящий объектив, и это вот, извините, подвиньтесь, но благо 50 мегапикселей это можно себе позволить, потому что 50 мегапикселей есть, но снимается это все в 12 мегапикселях, как, собственно, и делает iPhone, и все уважающие ребята себя, потому что нахрена тебе больше, а у нас так-то пиксель получается побольше, света мы получаем больше, и все довольны. Соответственно, следующая остановка – это 3.2, и это прикольно. На самом деле, мне очень нравилось, когда в айфоне было, вот понимаешь, вот это 2.5. Это такой, как бы, вот приятный зумчанский, который не надо отходить вообще в другую часть улицы, чтобы что-то снять, но при этом дающий классную, понимаешь, перспективу, как надо. Ну и, конечно же, как и обычно, перископчик, пятикратный зум, который можно при желании бахнуть аж в 10-кратный, без особой потери качества. Понятное дело, она будет, но все равно 5-10 доступны здесь и сейчас. В целом, набор джентльменский, очень нравится, но хотелось бы чего-то побольше. Я бы хотел, чтобы у меня 3.2 превращалось в 5, а это тоже можно сделать без проблем. А дальше хотелось бы 10-кратного оптического зума, как это сделано у ребят из Кореи. Ну, потому что оптический 10-кратный зум, это козырнее звучит. Это прям, вот это прям совсем уважаемое. Поэтому здесь и по набору камер какой-то странный выбор, честно говоря. Но, тем не менее, 4 камеры – это круто. Фронталка, я не помню, там что-то 32 мегапикселя, бла-бла-бла, полная шляпа. Вообще, мразота мерзкая вообще. Я бы ее убрал, убил и забыл, потому что, ну, нельзя так делать. Потому что, ну, как можно в ультрасмартфоне, где у тебя все такое, просрать фронталку? Ну, какие 1080p60, ребята? Ну, я хочу тиктоки снимать, высокоуровневые, понимаешь? Высокохудожественные тиктоки в 4K60 на фронталку. Как? Как? При этом они говорят, 8К 24 кадра, хочешь? Я такой, нет, а на, все равно будет. Я не понимаю, я не понимаю, как вас вообще в голову это все приходит? В итоге лучший смартфон для ТикТока – это iPhone. Здрасте, приехали.
Китайцы, вы чё? Что мы имеем на выходе? Для инсты iPhone, для ТикТока iPhone, для жизни iPhone, везде iPhone. Лучше. По соотношению всех возможностей iPhone получается лучше. Потому что видео iPhone безоговорочно. Фото, ну понятное дело, здесь лучше. Понятно, ты не перепрыгнешь дюймовый сенсор, изменяемую диафрагму. Тут iPhone просто такой, извините, я пошел. Но по большому счету большинству это нахрен не надо, объективно, да? И этот смартфон, он... крутой, но все это мы видели. Изменяемая диафрагма, ребята из Samsung передают привет. Дюймовый сенсор, много кто передает привет. Четыре камеры, вообще не удивили. То есть, что в этом смартфоне ультра охренительного, чтобы у меня просто волосы выпадали? Толщина. Это я улюблю. Толщина, уважаемо. В общем, народ, смартфон максимально годный, очень нравится, очень классный. Просто, зараза, вот... не дожали, не докрутили. Я в этом ролике попытался вам свою боль передать, потому что, ну, правда, что вам рассказать, что здесь 2К OLED-экран? Ну, это без меня, знаете. Короче, мне кажется, вообще рассказывать про то, что в смартфоне есть, я не знаю, там, какой-то 120 Гц экран, уже просто стыдно, камон. Ну, то есть, это... Я понимаю, что я любитель налить воды, но это вообще useless информация. Зайдите на сайт, вот так наискосок гляньте, все поймете. Прикол в том, что... это не ультра-смартфон. И еще более грустно, что, походу, и Samsung в следующем году свое ультра уничтожит. И вообще, как бы, в моем понимании, ультра – это безоговорочная какая-то, понимаешь, доминация над рынком. Это когда ты приходишь и говоришь, и все такие, едрить, колотить. Здесь этого не происходит. Это не самые волшебные камеры, в смысле, мы все это видели, чуваки. Сменная оптика. Я бы тут просто обоссался кипятком. А пока, ну, хороший смартфон. При этом нужно понимать, что большинству людей это просто не нужно. И народ, выпирающие камеры в айфоне ругает и вообще, в принципе, не радуется, когда такой блок. Вы должны понимать, что и одной камеры, на самом деле, было бы достаточно. И по большей части вот эта возня с кучей камер и все приколы – это маркетинг в чистом виде. И это... просто хорошо продают устройство, и в данном случае Xiaomi красавцы, я им желаю продолжать в том же духе, чтобы они эту тему развивали, чтобы все было как положено. И кто, если не они, да? Еще недавно Xiaomi снимал весьма посредственно, ну как там, несколько лет назад. Потом они взялись за голову, потом подключились ребята из Leica, и вот мы говорим, что сегодня Xiaomi кладет на все лопатки вообще все, что видит. И это действительно очень классно. Не для всех, но тем не менее, смартфончик, конечно же, волшебный. А вот фотокит, вот эту мразоту, вот эту неприятную, я вам не советую брать вообще, потому что это очень слабенько. Это прям очень-очень не очень. У меня вот единственный вопрос, можно было здесь сделать USB-C, понимаешь, эту дырочку, которая так чпуньк, и он, собственно, на ней держится, и от нее же и работает. Почему так не сделали-то? Почему? Почему нужен чехол, чтобы я эту хрень подкрепил? То есть, видишь, без чехла она просто не налазит, ни за что не цепляется. Ну, типа, очень странная штука, очень странная. Она закрывает USB разъем в целом, то есть ты не сможешь зарядиться. Ну, то есть, посмотрите, как делает тот же Asus ROG фоны свои. Видно, что чуваки подумали. Они когда-то сказали, игровой смартфон, мы сделаем здесь USB-C, здесь USB-C, типа, туда-сюда, чтобы ты все охренел. А это что? Быть, а не казаться, ребята. Но чтобы закончить на позитивной ноте, что я сделал? Я, конечно, разыграю этот смартфон, он мне понравился, но я вам его отдам без особого сожаления, потому что кому-то из вас он, возможно, подарит больше радости. А мы уж подождем еще и глобальную версию, может, он на российский рынок выйдет, и более, не знаю, как-то посмотрим на него детально, как на телефон, хотя, мне кажется, в этом смысла особого нет, но тем не менее. Может быть, вы скажете, Валя, хочу узнать, какой тут процессор. Что нужно сделать, чтобы выиграть эту радость? Да всего ничего. Подписаться на наш канал, оставить один комментарий. Как вы вообще фотографируете? Просто снял, отправил, либо заморачиваетесь, редактируете. Какой вы мобильный фотограф? Расскажите мне в комментариях. Поставьте лайк этому видосу, опционально, но дает плюс 100-500 к удаче. И мне понравилось последний розыгрыш Wylsacom Ultra Edition iPhone, поэтому мы проведем итоги этого смартфона на YouTube. Но, скорее всего, стряхнем пыль с канала Wylsacom Live и сделаем это там. Но в любом случае, в описании ссылочки все есть, так что заходите, смотрите, участвуйте и где-нибудь через недельки-две подведем итоги, как вы любите. Вот такая вот история. Xiaomi 13 Ultra One Love. Кому-то из вас точно понравится. А с вами был Wylsacom, совсем скоро увидимся.